По результатам проведенного конкурса в Совет муниципального образования было представлено решение конкурсной комиссии по двум кандидатурам – исполняющему обязанности главы Анапы Юрию Полякову и генеральному директору ООО «Русич» Олегу Лемехову. По итогам голосования главой города-курорта Анапа единогласно был избран Юрий Поляков. Я хочу в первую очередь сказать спасибо губернатору за то доверие, которое он мне оказал, и благодаря вам он не ошибся. От всей души спасибо вам. Спасибо за те голоса, которые вы единогласно мне отдали. У нас впереди очень много работы, и я верю в то, что мы будем ее делать, исполнять и выполнять те поручения, которые нам поручил Вениамин Иванович. Юрий Федорович, от имени Федерального собрания, это мой округ, от имени Государственной Думы, от себя лично, я поздравляю вас с избранием. Это нелегкий хлеб. Вам предстоит огромная работа. Я вам хочу сказать, самое главное, оставайтесь таким же мощным, напористым, молодым еще на многие-многие годы. Вы нам нужны. Вы нужны губернатору, вы нужны сегодня населению. Именно нужен такой мэр, который не только защитит, но и сделает все по закону.